Всем привет! Рад вас приветствовать снова на моем канале. И сегодня у нас как раз такое событие. Вы писали мне это неоднократно в комментариях, что плохой звук, купи себе микрофон и так далее. На самом деле, я все это время пользовался микрофонами разными, и петличками я пользовался. Но все они имеют специфические, как бы, такие особенности. То есть каждый надо привыкать. Какие-то очень долго настраиваются, там надо распаковать, воткнуть, настроить, сконнектить. Вот, потому что, ну, провода — это не всегда удобно. Телефон, там, допустим, когда снимаешь себя на телефон, не всегда удобно бывает воткнуть провод в телефон, потому что, во-первых, сейчас нет разъемов джек в дорогих топов моделях, которые хорошо снимают. Вот, надо переходник на USB-C, в него воткнуть провод, и то есть в итоге у вас такая блямба большая висит из телефона, которая, когда ставишь на стабилизатор, начинает его перекашивать, портить видео. А потом я столкнулся с такой проблемой, я пользовался радиопетличками Saramonic. Они не имели индикации заряда, то есть там есть лампочка, и она постепенно меняет цвет, когда садится. Но она настолько, как бы, вот эти шаги очень, там 4 степени яркости лампочки. И вот, допустим, второй, третий момент по яркости, они очень похожи. В общем, там иногда бывает непонятно, то ли там осталось всего 2 деления, то ли она полная. Вот. Нет уровня сигнала, то есть нельзя проверить. Иногда можно проверить, пишет ли микрофон, только нажав стоп и запустив заново видео. Тогда ты можешь посмотреть на нем, звуком оплатился или без. Потому что как телефон, он не видит этого микрофона, ну или фотоаппарат, то есть шкала не двигается. Так и на самом микрофоне нет этой шкалы. И тем более там нет разъема для наушника, чтобы послушать, что ты сейчас записываешь. Но есть разные модели, есть, в которых, как бы, это все есть, и все это можно контролировать и фиксировать. Вот. И сегодня я хочу вам рассказать о своем новом приобретении. Это фирма Rode, или Rode, я не знаю, все называют по-разному. Насколько я знаю, это Австралия, и она давно занимается микрофонами, студийными, профессиональными. И они, была петличка у них первого поколения. Я долго на нее смотрел, радиопетличка, все, много обзоров в интернете про нее, и все говорили, что она очень классная, она хорошо пишет. Но проблема в том, что довольно-таки дорогой набор, порядка $200, и там всего одна радиопетличка. То есть, если я хочу с кем-то в кадре брать у кого-то интервью, то у нас вдвоем будет одна петличка. Вот, а я искал все же системы с двумя петличками. У меня всегда были, у меня была система боя с двумя петличками, которая тоже периодически садилась в неподходящий момент и приходилось переснимать материал. Потом у Saramonic я перешел. Тут лучше, но тоже были моменты, когда они садились. И ты об этом не знаешь. Об этом могу выяснить только в конце съемочного дня, а половина, как бы, материала уже, ну, потеряно, грубо говоря, и приходилось переснимать. А, как бы, уже не тот задор, не тот настрой, идет не так съемка весело, как она в первый раз прошла. И много нюансов, и поэтому какие-то видео с этим даже не выходили. Они, вот сейчас у меня лежит там видео, тоже очень хорошо, весело сняли там видос готовки там с другом. Но звук, там нет звука, потому что выключилась петличка. Они полностью были заряжены с вечера. На следующий день я включил, и в какой-то момент выключилась сначала одна петличка, потом вторая петличка. А мы продолжали снимать. Никто даже не подумал посмотреть, а там пьют они или нет. И в итоге, ну, мы не знали. Наверное, час мы снимали еще потом, и не знали, что они уже выключились. И тут вышло, значит, Wireless Go 2. Там два передатчика, один приемник. И они, как бы, соответственно, уже усовершенствованные. И вот их как раз я и в себе приобрел. Итак, поехали.
И вот эти петлички в такой коробочке у них приехали. А я сразу посмотрел про них, значит, отчеты, не отчеты, а обзоры в интернете. Я знал, что у них есть минус. Они идут без петличек. А мне кажется, что петлички, во-первых, они очень не всегда красивы, когда вот здесь висит. Я понимаю, что эта штука очень маленькая, как там крышка от газированной воды какой-то, да, по размерам. Но не всегда это красиво. Косвейка, петличка какая-то, микрофончик здесь маленький. И поэтому я сразу заказал две петлички этой же фирмы. Вот, все микрофоны, скажу, что данной компании не дешевые. То есть, в принципе, набор... Сколько у нас сейчас доллар стоит? 70 рублей, да? 350, почти 400 долларов стоит две петлички и по 100 баксов. То есть, наоборот, радиопетлички этот комплект, почти 400 баксов и по 100 баксов вот эти. То есть, под 600, ну, 550 долларов входит этот комплект. Вот. До него я пользовался как раз вот теми бедолами, которые могут неожиданно вырубиться. Это вот Saramonic. Такие два наборчика. Я взял. Значит, что тут у них есть? Мне надо было, так как два приемника. И так как мне надо было еще подключать одновременно это к телефону. Вот здесь адаптер такой, видите, чтобы подключать телефон с USB-C. И вот такой вот приемник отдельно, чтобы подключать к камере через джек. Да я схитрил и купил как бы два разных набора. Здесь они стоили, ну, чуть-чуть дороже я переплатил, чем один был бы у меня приемник и два передатчика, чем вот эти два. И в итоге на каждый из этих приемников можно было вешать эти две петлички. И, соответственно, я мог двух человек подключать либо к телефону, либо к камере, как мне было бы удобно. Но Connect здесь это что-то в этих устройствах. Для меня, я просто каждый раз я начинал заново считать инструкцию, как Connect. Вроде бы все просто. Там надо в размер впихнуть иголочку, такую же примерно, как для открытия сим-карты в телефоне. Нажать кнопку Connect, ну и все должно коннектиться. Ну, в общем, мне это надоело. То есть каждый раз я попробую телефон, у меня вроде петлички висят на телефоне. Снял телефон, тут надо снимать на камеру, надо две петлички перекинуть на камеру. И у меня каждый вот раз занимало это, ну, час, наверное. Потому что, ну, это, в общем-то, просто все сделано, но оно не коннектится. И эти танцы с бубном были постоянные. А упакованы они, во-первых, эти штуки, вот этот набор, то есть здесь идет сразу петличка в комплекте USB кабель для зарядки идет USB-C, вот, и чехольчик для переноски. Кстати, в одном из этих комплектов каком-то был чехол, я не помню, скорее всего, вот в этом, в другом не было, но в этот чехол они влезли все. И помучившись с ними, значит, купил я их, то есть 21, 300, ну 320, 330 долларов, 300, ну 350 плюс долларов. Это на Rauden 200 баксов дороже, такой же комплект. Сейчас я решил от них избавиться. Поставил их на Авито, ну посмотрим, как быстро уйдут. Во-первых, сами девайсы, сейчас я их достану, они меньше по размеру. Они меньше, сами передатчики и приемничек, они меньше по размеру. Вот, смотрите, распаковываю, да, здесь такая вот. Все вот так вот интересно упаковано. Здесь магазин кожи и меха у нас присутствует, да? Радушный кокаин, как говорит Таран. И здесь такие штучки с номерами.
все пронумеровано. Тут девайс номер 8, например. Вот видите, какой у него размер. Этот девайс не пронумерован. Made in Australia, кстати, написано. Вот здесь тоже какая-то бирка. Видите, бирочка какая-то висит. Так, все это мы сняли. И, соответственно, вот так они выглядят. Все. Вот для сравнения положу с Рамоник. То есть это, собственно, приемник. USB-C здесь, USB-C. Здесь еще две кнопки есть снизу. Эта кнопка только для коннекта. И вот. Кстати, вот этот потяжелее, хоть он и меньше, но потяжелее. Передатчик потоньше. Прищепочка поаккуратней. Здесь, значит, вот есть микрофон встроенный. Значит, здесь у нас сверху есть микрофон стрелочками. То есть у нас получается как? Раньше ветрозащита, не знаю, все жаловались, что она отваливалась на первой версии. В этой вот здесь точке нарисовано, надо сопоставить их и повернуть до щелчка. Все, ветрозащита на месте. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так вот, мини-микрофон. Так. Значит, давайте посмотрим, что у нас еще есть в комплекте. Транспортировочный чехол. Шильдиком Rode. Пакетик с проводами. Что же у нас тут? Тут у нас получается инструкция. Кстати, у них еще какой-то прикольный софт для компьютера. Обновлять их там можно. Так, USB, USB-C. Три штуки. Все с логотипами Rode. Но не золотые, как у Harmonic. И, соответственно, вот этот провод. Это, видимо, для подключения к камере. Так, на этом набор закончился у нас. Давайте попробуем. Не знаю, заряжена или нет. Кнопка питания, вот это, наверное, снизу. Вот. Заморгал. Я включил. Так. Они моргают, видите? Оба моргают. И сейчас я... включил. О, раз. Вот, и о чем я говорил, что, значит, они между собой, эти штуки все, коннектятся по Wi-Fi, 2,4 Гц диапазон. Главный блок, видите, не знаю, сейчас в фокусе будет, нет. В общем, она показывает заряд верхуровень сигнала, левый-правый, да? Ну, одного и второго. Потом зарядку показывает. Да, он показывает зарядку сразу из обоих приборов и вот этого. То есть, если у вас эта штука где-то висит, допустим, так вот перед вами на камере, допустим, вы снимаете, и она перед вами на камеру. И вы сразу можете видеть, что у вас одна петличка там садится, допустим. Вы всегда будете об этом знать. Такой вот экран. Очень удобно, здорово. Так вот,
чем основной прикол? Что когда мы подключим эти петлички к компьютеру, там можно выбрать запись звука внутри петлички. У него есть своя встроенная память. Я сейчас не вспомню сколько, но там нормально влезает. Типа 12 часов запись в каком-то качестве, слабом, и 6 в лучшем качестве. Примерно так. То есть штука в чем? Если у вас вдруг что-то происходит с приемником, либо с девайсом, на который вы пишетесь, прекратилась связь, я не знаю, что там может произойти, то у вас всегда есть дубликат записи аудиодорожки вот здесь, прямо здесь. То есть у каждого собеседника свой дубликат будет. И если у вас это как аварийная служба, в общем, на мой взгляд, очень крутая штука, они очень классно это придумали, потому что иногда это бывает очень нужно, когда у тебя теряется. Иногда есть, допустим, петличка, там еще ставишь пушку на камеру, да, но с пушки может быть много шумов, хуже слышно, но иногда, когда петля по каким-то причинам или отсоединилась, или села, ты можешь вытянуть что-то с пушки, то есть ты не совсем теряешь звук. А когда у тебя нет пушки, нет, и у тебя потерялся звук, все, тебе вытянуть некуда. И поэтому здесь очень хорошо, опять же, если она не сядет, вот, то она запишет себя, и у вас останется копия дорожки. То есть можете ее воспользоваться. И, соответственно, давайте я открою еще вот эти вот петлички, которые мне привезли. На самом деле, если поискать в интернете, то все вот это добро, оно стоит петлички по 6012 и где-то 28-29 набор этих радио петличек, то есть 40 тысяч. Вот, если поискать может быть сказать так, неофициальных поставщиков, серых дилеров, то в принципе можно купить. Вот как я это все дело купил, я примерно потратил, сейчас я вам скажу точно, у меня получилось 24,9. То есть 7 тысяч я сэкономил. $100 я сэкономил на покупке данных девайсов. В принципе, неплохой бонус, я считаю. Вот, вскрыл. И здесь у нас... Ух ты! Тоже все классно. Скоро замок такой пакетик, в котором у нас... Кокаин, какая-то инструкция или что это, внимание, это микрофон, вот так замотано, и в пакетике у нас прищепочка, вот прищепочка такая, надо будет еще с ней разобраться, как она цепляется к микрофону. Давайте проверим, допустим, я ее воткнул вот сюда, в разъем вот этой штуки. Раз. О, ну скажу вам, уровень сигнала сразу стал значительно выше уровня сигнала. То есть, я не знаю, процентов на 10 точно он стал длиннее. Вот смотрите, сейчас фокус поймать. Вот эти две полоски. Раз, 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 раз. Вот. Так что, короче, это обычный, вот тут она лежит рядом. А это вот петличка. Видите, я дальше убираю, одинаковые стали полоски. А ближе, вот видите, она даже зашкаливает. В общем, работает. Все как надо. Надеюсь, следующее видео уже будет хороший звук, он вам всем понравится. Я запишу, буду записывать, пользоваться этими петличками. Так что всем спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. И я вас жду снова. До новых встреч. Всем пока.